Уже которую неделю выходные в Казахстане не обходятся без митингов. Массовые народные недовольства только усилились после девальвации тенге. За мирное шествие! За мирный митинг! Это случилось 15 февраля, а уже на следующий день на Новой площади у Стелы Независимости. В Алматы митинговали женщины, которых Елбасы навсегда хочет лишить кружевных трусов. Надеюсь, что красиво будет. Давайте, Дина. Валерия, скажите, пожалуйста, это вот что у вас? Это я протестую против запрета ношения кружевных трусов. И сегодняшняя суббота не стала исключением. У памятника Абая вновь собрались люди. На этот раз протестовали против того, что власть, желающая заткнуть рты казахстанцам, лишила их права на проведение мирных митингов и акций протеста. А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятую рабскую поправшие обломки, игрой счастья обиженных родов, вы, жадную толпою стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона. За любое проявление гражданской позиции, отличной, разумеется, от мнения властей, казахстанцев жестоко карают огромными штрафами и арестами. Без громких лозунгов и кричащих плакатов алматинцы просто читали стихи. Когда из людей вылетают сердца, они превращаются в красных птиц. Люди падают замертво, затылком или прямо вниз. Над ними горькие песни поют, а птицы к свободе летят. В небе кружат, протяжно поют и вернуться уже не хотят. Удивительно, но полицейских не было ни на площади, ни в округе. Поэтому сегодняшний стихотворный митинг обошелся без задержания арестов. Памятник поэту Абаю Кунанбаеву, пожалуй, самая спокойная в городе площадка для выступлений. Назарбаевские церберы ее не контролируют.